Начну сейчас вольер разбирать. Он либо распогодилось, распогаживается. Забрал вольер, постройку-то не нужно. Осталось только сервировать доски хорошие отдельно, такие сжечь, а гвозди повытаскивать. Вон редиска подросла маленько. Вольер разбирал, сегодня он палец, сегодня проткнул насквозь. Туда гвоздь впился, а отсюда вот вылез. Пробил мякоть гвоздем насквозь. Вот полдня проходил с бинтом, снял сейчас бинт. Вот не так, ничего серьезного. Так смотрится царапина просто. Так, побаливать потиху, потихо и все. Ну, больно было.
А в доску махом впитывает. И вот эти торца тоже. Ага. Че оно? Сейчас еще площадку выровню, пескогравием засыплю. Тут тоже подсыплю маленько, чтобы не было удобно. Собаки прибежали. Чих будешь? А? А кто-то пришел. Здорово. Аляу, аляу. Что, скучно стало? Да вообще. Лево. Пойду я Харю помою, я устал идти. Так, дай мне тапочки. С рыбалки пришел. Там вода еще большая, да дождь еще идет. Плохо придет. Ты что к нему без маски пошел-то? На, Демаря приготовил. Женя полез к пчелам. Я говорю, ему хоть оденься, хоть ну там. Вещи предлагал ему одеть там. Он говорит, не хочет, вообще полностью разделся. Он говорит, ничего ему не будет. И что, не кусаются? Кого? Тебя не кусают? Офигеть! О, класс!
Что, хорошо сеет? Очень. Молодец. Вообще офигительно. Вот, молодчина. Ты меду у них тут не надо даже это. Ничего давать. Мед несут. Вот, блядь. Вот, смотри. Куча меда. Молодцы. Работает. Что, надо второй корпус, да, им ставить? Да. Там пчелы много. Там и, блядь, это, у них и меду там хватает, и перги там. Короче, все четко у них. Во, офигенная рамка. Так, вот он сейчас строит, им тут вот делов у них. Вот тут рамки. Находит. Будет пчелам их ставить. Что, с медом, да? Пойдет? Нет. А? Не хуй стоит, по идее, Маня. Мед там есть. Мед. Это им надо поставить, да? Ну, чтоб они повыбирали, почистили рамки. Это суш, да? Все равно рамок нет на тебе. Раз, два. Два. Мало. Вон. А там что? Тоже там надо. Медовые рамки, наверное. Не знаю, сейчас. Перебирали вы их, да? Нет. Нет? Сейчас повытаскиваю. Кого? Еще три надо. Рамок сейчас выберем. Это что, плохие? Это нормально. Вон, тот крайний, вон. Желтый, да, два? И вон еще один, три. Не, вот этих три, да? Ну, вон те одиночки. Еще сейчас по корпусу поставим. Ну, вон два желтых, да? Ну, да. И вот этот, и да? Вот этот, да. Иди отсюда. Пойдем, покурим. Вот что это? Медом пахнет. Зачистить и все, и выставить. Пускай порубаем. Молодец, как давать там куда? Сейчас мы дело сделаем.
палочки повтыкать, помидоры привязать надо. Вот эти рамки с медом, да? Это погрызанное. Набрали квасу. Должны попробовать. Хорош. Опа. Перелил. Все это в костер вытряхиваю, семена эти. Ну, пахнет вкусно. Квасом настоящим. Что это за семечки? А я не забыл, как они называются. Похмелье или что это? Хорош. Ну-ка, глотни, попробуй. Как квасок. Сахар, курицу добавим. Натуральный квас. Вкусно? Очень. Только осталось покрасить. Так, собираемся на рыбалку сходить, вон Женя. Вечером. Он себе вот поводки себе делает, такие вот. Вот они. Просто крючок. Я говорю, ты что, на донку? Нет, он говорит, так. Он говорит, на мормышке не могу, типа, рыбачить. Я, он говорит, подтекать не умеет. Ой, ой. Он говорит, ну, там у себя на такие рыбачил, говорит, клювало хорошо. Я говорю, странно как-то. Да, жилинки ловили хорошие. Я вон себе это примотал себе. Сразу, если на речке, если что, сразу менять удочки. Сейчас пойдем вверх сходим, посмотрим. Вчера вниз ходили вечером, херня какая-то, вода большая, еще, ну, мутноватная была. Сейчас, может, за сутки, может, посветлело. Посмотрим. Пришли с рыбалки, буря. Вот и поймали. Это что-то вообще плохо клюет, что-то. У Жени там харюс один. Леночек. Сорвался один хороший ленок там. У нас полкило где-то. Сорвался. Ну это что? Сковородка есть, что. Сразу поймал, пожарил. Свежее. Вкусное. Миша! Он Женя идет.
воды боится, по берегу ходит, кидает, в речку не заходит. Пожару так рыбу. Без муки, без соли, без ничего так. Ой, без соли, соли, вот так, с перцем. Перемешаю. Она постоит минут 5. Просолится. Так что вчера на муке пожарили что-то. У меня какая-то вареная получается. С рыбалки сейчас на кардиник уходил. Ну карузя, что он хороший. Так. И сверху еще. И в эту бадью чпок поставили. Все, и пусть она истекает, сейчас за ночь она просолится под прессом, это, ну, с кишками эта жижа пускай вытекает, а завтра я, ну, послезавтра подвешу, повялится маленько, ну, продуется и закопчу. Помидоры подросли уже с перцами. Вон, пошли с Женей на речку, порыбачим сейчас. Идем там сейчас повыше поднимемся.
И будем спускаться в сторону барака. То я вчера ходил здесь, что вообще не клевало. Вот решили вверх пойти. Подняться повыше маленько. Может там что будет. Посмотрим. Буря с нами. Да, буря? Пошли. О, что он потерялся. Вон он идет. Ну что, наконец-то дошли. Да. Скряб, 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 скряб. Ну, ладно, сейчас покурим и пойдем. Ну все, тихо. Ты, Женя, далеко убежал. Вперед. Он что это такое? Ну-ка ж. Женя, стыканулись. Ну-ка, подожди, куда пошел? Давай перекурим. Ну давай вот сядем на косе, что покурим. Что ты поймал там? Ну-ка, я покурю. Да ничего не поймал. И? Вот только что поймал. Вот я что поймал. Хороший аж фиолетовый. Красавчик. Жень, ты рыбак от Бога. Столько пройти, одна рыбка. Муря. Ямочка такая неплохая здесь. То клевало, клевало, потом бах, перестало, вон, понадергал. Фиолетовые, красивые. Оба, косяк. Что, ты поймал еще что-нибудь? А? Нет? Все, у меня ремонт удочки. Ну, снасти я оторвал мормышку. Хорошая мормышка была.
Ну, была муха. Я ее просто щипчиками постриг. Вот она клевала хорошо, вот. Рыбка. Сейчас поменяю мормышку. Не матерись. Вот Женя леночка вытянула. Нормально. Кабанчик. Кабанчик. Там начнет там. Ну-ка, что у тебя там? Да ничего там нету, нифига. Вот кабанчик. Или у меня. Да, поменял, понял. Я сейчас поменяю на донку себе. Сейчас Женя тоже хорошего линка вытащил. Ну-ка покажи, какой там у тебя. Казбек. Я же говорил, еще один будет. Да я, дружище. Хороший. Сковородочка будет. Пришли с рыбалки сейчас. Ну, какое. Вот он. И сюда. Хороший леночек. Это вот что у меня. Вот одни хорюза. Один есть леночек. Да, хороший улов. Вот таких даже на донку интересно тягать. А на удочку еще интереснее. Ну да.